Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Huawei MatePad 10.4 2022 года. И сейчас я покажу, как на этом устройстве включить ночной режим. Для этого мы открываем настройки. Затем спускаемся вниз, выбираем экран и яркость, выбираем защиту зрения, выбираем включить на весь день и устанавливаем интенсивность режима защиты. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.